В рамках всероссийской акции «Дед Мороз» специального назначения сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тверской области исполнили новогоднее желание 10-летнего Кирилла, который попросил главного зимнего волшебника познакомить его с настоящими росгвардейцами. Сотрудники вневедомственной охраны пригласили Кирилла с мамой в свое подразделение, рассказали о службе, показали и примерили экипировку сотрудника группы задержания. Даже покатали на специальном автомобиле. А еще разрешили по радиостанции поздравить сотрудников с Новым годом. Кирилл назвал такую экскурсию настоящим новогодним сюрпризом. Мальчик активно занимается спортом, любит читать и в дальнейшем мечтает стать полицейским. Начальнику МВД России по Тверской области генерал-майор полиции Сергей Камышев в канун Нового года встретился с тверскими журналистами. Сергей Камышев отметил, что приглашенные на встречу не один год рассказывают своим читателям, зрителям и слушателям о работе тверской полиции и высоко оценил уровень сотрудничества, которое постоянно развивается. Спасибо вам за ваш труд. Многие руководители нашего управления очень тепло отзываются о вашей работе, всегда повторяют, что без вас действительно и нам было бы очень трудно выполнять свои обязанности, да, нести свою службу. Поэтому еще раз огромная благодарность. Журналистам вручены благодарственные письма. Кроме того, за плодотворное сотрудничество отмечены пресс-служба регионального следственного комитета и отделение Тверь Банка России, многолетние и надежные информационные партнеры МВД. Среди награжденных и наша программа «Патрульная служба», которая более 20 лет взаимодействует с сотрудниками полиции. Журналисты поделились тем, что волнует читателей, зрителей и слушателей, и совместно с руководством регионального полицейского управления обсудили актуальные вопросы дальнейшего информационного взаимодействия.